Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В принципе, в прошлом эпизоде... Это что там за покемон? Короче, пофиг. В принципе, в прошлом эпизоде мы словили Трико, это еще один редкий покемон, начальный, как бы, стартовик, и эволюционировали Экканса в Арбука. И, в принципе, в этом эпизоде, как я говорил, я, наверное, все-таки эволюционирую уже нашего Поливага, эволюционирую Экзекьюта, и, может, если еще найду каких-то больших уровней покемонов, можно, в принципе, еще кого-то эволюционировать, да. Так, ты какой уровень? 35-й, в принципе, не знаю. Так, о, Мистер Майм там? Мистер Майма у нас еще нету, я не знаю, почему я до сих пор его не словил, хотя, ну, в принципе, не знаю, забыл, наверное, или просто не хотел его ловить, так как, ну, не знаю. Фарфетч. О, ух ты, какой-то большой уровень. Иди сюда. Так, давай, Чаризард, вперед. Собственно, не вперед, а давай надери ему там, и чё там, ему можно драть. Так. Давай не на этого. Так, давай, в принципе, давай вот этим. Сейчас, так, мистер Майм. Кем бы на тебя напасть? Ну, давай, Штомп, или как он там называется, никак не могу. Ну, не очень ты его сильно бьешь, но, в принципе, нам так и нужно, чтобы не убить его. О, вот, это нормальный удар. Нормально. Вот что я решил. Нам бы, как бы, побольше качать Чаризарда, чтобы он еще более так, можно сказать, быстро расправлялся с другими покемонами. В принципе, ну, не знаю, но сейчас мы попытаемся хотя бы словить мистера Майма. Ну, не словили, так что давай. Да, больше покемболов у меня нет. Есть даскбол, но какой нафиг даскбол днем, да? Его вроде только ночью, ну, ним можно как бы ловить. Более-менее. Так, ну, в принципе, чё, давайте, я просто не знаю, может, наверное, вот сейчас просто пробегусь, вот, ой, да, спустился, офигеть, как спустился, давайте, может, просто-напросто вот сюда куда-то побегу, посмотрю, может, да, кто-то и будет. Так, никого, я вроде Поливага тут видел, нет? Да, вот там он. Ну, в принципе, он нам не нужен. О, Милтанк. Милтанк у нас вроде есть. Нумел. Нумела у нас еще нет. Он вроде превращается в какую-то там эволюцию, не помню. Ну, а что, давайте, спавнится. Кто тут спавнится? Забдос, может, давай заспавнись. Может, давай заспавнись там Мьюту. Метанк, 40 уровень. Иди сюда, дружок. В смысле, не дружок, а... Сейчас мы тебя... Набьем на тебе опыт, в принципе, да. Так. Ну чё, Мьюту нету? Ну, заспавнись, ну пожалуйста, ну Мьюту. Ну Мьюту. Я тебя ловить не буду, я просто с тобой поиграюсь. Честно. Шучу, я его словлю сразу. Так, Чармандер, ну ты красавец. Не хочу тебя тут оставлять, ты же Чармандер. Ну, в принципе, у нас уже есть Чаризард. Вот, Чаризард, поздоровайся. Поздоровайся с Чаризардом. Чаризард, вылетай. Опять залагал. Вот, вылетел. Вот. Брат твой старший, Чармандер. Чаризард. Не-не-не-не-не-не-не. На тебя я убивать не буду. Даже... Ну, если ты будешь такой настырный, то я тебя убью. Через силу, но... Вот зараза мелкая, на брата своего старшего нападает. Я его не убиваю, дорогие друзья, я его просто отправляю спать. Вот, я его отправил спать, пошел куда-то там домой. Я его не убил, он просто был наглый, я ему сказал, там, иди поспи, выспись. Мачок, давай кого бы на тебя кинуть. О, Хитмончан, да? Да, Хитмончан. Мачок. Опять залагала, да, во.
Как и сколько я раз клацаю на кнопку, покемон не вылетает. А сейчас 30 штук вылетит. Вот, вылетел. Только сейчас. О, лаги. Так, давай вот этим его дубась. Отлично. Так, сейчас, в принципе, кого мы тут еще можем найти? Ты какой уровень? Что-то я боюсь к тебе подходить, а то ты сразу нападешь. Ну, я на тебя нападу. О, 46-й. А как? Мне показалось, или это я там кого-то в лесу видел, какого-то покемона. Ну, в принципе, не знаю, пофиг. Так. Ну давай, Винда, вот, давай, ух, этим, ты вообще слабо бьешь? Опять залагал. Или ты просто думаешь, как его ударить, с какой силой, с какой стороны, такой разгон, или еще что-то, вот, додумался. А, ну, а кого мы прокачали, кстати? Ну, в принципе... Ладно. Так, давайте мы пойдем. Вот я так понял, вот такой, вот таких горных биомах, как бы сам больше покемонов, можно сказать. Да, в принципе, давайте, дорогие друзья, может, в принципе, этом в эпизоде просто тут пошарим по горам и поищем покемонов, покачаемся на них. Сейчас я пробегусь вот только туда. И, в принципе, можно будет телепортнуться домой только для того, чтобы... Ух ты, 47-й уровень. Опять ты глючишь. Ну, вылетай уже. Вот. Сейчас мы тебя тоже зажарим. Так, сейчас, в принципе, пойдем мы на гору. Лантурн, 32 уровень. Не знаю вообще, будет ли у него еще какая-нибудь эволюция. Будет, не будет, посмотрим. Так, нету никого. А ну, может, Молтрес, не Молтрес, а Забдос, или кто там спанится вот на высоких горах. Забдос вроде. И Мьюту. Лайрон вот там. Больше никого. Ух, опасно. Уй! Да, лучше я, конечно, все-таки покушаю. Кого я там слышал? Ну, Джиудут, я тебя уже 100 раз слышал. А вот кто-то там... О, Синдаквилл. 54 уровень, ни хрена. С одного удара, нормально. О, Марштом эволюционировал. Так, кем ты будешь, дружок? Наш редкий покемон. Ну давай, расти, хочу видеть. Ух ты, это что такое? Свампер. Ух ты. Ну вот. Конечно, он сразу не выкидывается, потому что у меня глючен. Вот, наконец-то выкинулся. В смысле, вылез. Свампер. Ух ты. Ну прикольный покемон. Мне действительно он очень нравится. Прикольный. Ну и так, одного покемона мы уже прокачали. Еще одного, можно и так сказать. О, еще один Синдаквилл. Он вроде там один был, вот еще один, да? Ну да. Тебя я не буду ловить, не буду нападать, не буду убивать. В принципе, нет смысла. О, давайте в равнину сбегаем. Кто там, кто в равнине может путевой спавниться? В принципе, никто. Хотя, ну, в принципе, могут там какие-то покемоны спавниться, но... С этих всех покемонов вроде у нас уже все есть, как я помню. Ух, мир не грузится. Давай, грузись. Так.
Чё-то покемонов тут вообще я не вижу. Так, давайте мы в джунгли сбегаем. Посмотрим, кто там может быть. Да, ну харе глючить. Так. Ну, тут вроде никого, я только вот Нидорина слышу. О, это что мы нашли? Да, ну, в смысле, данж или... Да, вроде, как я заметил. Так, в воде никого. Давайте хотя бы дратини. Чтобы забрать, выбить с него как бы 3 алмаза или сколько там с него выпадет. А я не знаю, мы его уже лутали. Вот этот данж или кого. Я помню, еще где-то один был данж. Я помню, я его видел, но я его забыл облутать. Я вроде помню, где. Я сейчас туда слетаю. Ой, это кто тут? Кого? А, Виппинбелл. Ну, прикольный. Ну, он вроде нас уже... Хотя, его вроде нас нет. У нас вроде Биллспроут есть. Это вроде первая его эволюция. В принципе, если у нас есть первая, то вторую нет смысла ловить. А даже если бы и был, то у нас нету... Ба-ба-ба-бам, покеболов. Так, ну, давайте сейчас мы тут покушаем и забежим в данж. Так. Вот так. Я не знаю, лутал я его, не лутал. Но если вот так смотреть, то не лутал. Пофиг, что стреляет там. А, ну я думаю, почему оно не стреляет? Вот, додумался выстрелить. Че бы нам в инвентарь положить? Вот. Ну, не густо, но в принципе пусть будет. Нормально. Так, я помню еще где-то один был данж. Сейчас я... Вроде вот тут. Вроде. Вот. Или вот в тех джунглях, или вот в тех. Я не помню. Ну, я вроде бегал, но я видел, что там был вроде какой-то данж. Вроде вот в этих джунглях. Что такое? Я не помню. Ну, вроде вот тут. Сейчас мы посмотрим. Я вроде бегал, вот нашел вот тот данж, но я вроде без съемки бегал и нашел его, но не стал я туда заходить, так как это было без съемки. Если меня память не подводит, то это действительно был данж. О, гипно. Иди сюда. Вот так. Давай через арт. Если, конечно, его не убьют. Гипно тоже более-менее сильный. Ну, Чаризард тоже. Так, в воде. Всегда нужно воду смотреть. Лишние дратини не помешают, то бишь лишние алмазы. О, вроде вот там. Или это нет? Где-то мне кажется. Ну, вроде... Это кто? А, Магнимай. Ну, вроде вот там, но я не знаю, это, или это мне вот кажется, что это данж, или это действительно данж, или может это просто булыжник, там, камень, в смысле. Сейчас мы пойдем посмотрим, вот. А, нет, ну да, в принципе, это данж, как я говорил. В воде никого. Да, в воде никого. Джинкса у нас еще нет. Я что-то теперь только вспомнил. В принципе, потом ее можно словить. Так же, как и мистера Майма, например. Его тоже у нас нету, но я его пока что не ловлю. Вот, еще один данж. Бежим. Стреляй. Так, ну, тоже не густо. Харе, стреляй. Ну, бронька нам
не понадобится. Ну, в принципе, все. Больше тут данжев каких-либо и еще чего-то нету. В принципе, по джунглям можно всегда пробежаться. Я не знаю, кого там можно найти. Бью еще одного. Как я нашел? Не нашел, а увидел потом на записи, что у меня сзади спины Мью был заспавнен. Так. Так. Че бы, куда бы пойти? Чё-то я забыл эволюционировать опять же ту же... того же... Пуливага, да. И Экзекьюта. Ну, в следующей эволюции... В следующей серии я его точно эволюционирую. Просто я что-то забегался. Тоже прокачал нашего марштомпа. Васпера, что-то такое. Ну вот, как видите, название еще покемона вот тут не обновилось. Ну вот, Свамперт. Вот, прикольный покемон. Так. Ну, в принципе, да, в джунглях нам уже нечего делать. Винуната я там слышу. В воде, никого нет, да? Ладно, сейчас тогда мы пойдем в наш первый дом. Поспим. И сейчас, дорогие друзья, давайте мы поставим Арбака вот сюда. Опять залагало. Это что у меня залагало? Это что? Ну что ты так? Это уже сборка может у меня так глючить. Ну вот. Во. Вот. Арбак, ты где? Арбак. Вот, что-то залагало. Вот. Свамперт, в принципе, Мудкип, Марштомп и Свамперт. Его последняя эволюция Мудкипа. О, вроде в ботинках начало... Скоро, как бы, начались они ломаться. Смотрите, какая разница. Смотрите вот на окружение, как бы, взгляда. Смотрите, какое оно вот сейчас, как бы, более вот такое нормальное, приближенное. Когда одеваешь ботинки, то как бы все вот так немножко далеко встает. Не знаю, почему вот так. В смысле, вот так, как бы, более дальше так все. Ну, в принципе, Свампер, тогда мы... Ладно, тогда мы сейчас что-то положим в наши сундуки, не знаю чё. Да. И складём нашего Свамперт в компьютер. И возьмём мы на прокач... Ну, в смысле, возьмём мы покемона, которого мы будем качать. Это у нас будет... Давайте возьмём Диглета. И давайте возьмем пока что Трико и Пиплу будет в компьютере. И давайте возьмем. Коффинга. Эти покемоны у нас уже есть давно, и мы их как-то не очень прокачивали. Ну, в смысле, не спешили их прокачать, но сейчас, я думаю, уже их можно прокачать. Так, Милтанки. А ну давайте отсюда. В смысле, дайте пройти. Кто тут у нас? Вот так. Ух, 49 уровень. В принципе, нормально. Давайте через Арда опять же. У нас еще вроде в компьютере есть один Иви. Это, в принципе, тоже нормально. С него мы можем сделать огненного Иви. Я не помню, как он называется. Можем сделать электрического. Тоже не помню, как называется. А можем сделать Иви ночного, как бы. Прокачивать его только ночью. Это у нас будет Амбрион, вроде он так называется.
Так, и в принципе оно. Ну, сейчас мы поищем, может еще какие-нибудь будут покемоны, может еще будут покемоны-боссы. Нет, чё, нет никого. Вот тут я вроде предыдущий раз нашел покемона-босса. О, ну в принципе 46 уровень, нормально, прокачаем. Давай. Вот, нормально, нормально. Да, так, сейчас. Чё я там поднял? А, порох. Сначала давайте покушаем. У нас же там уже приконы давным-давно вроде приготовились. Давайте, наверное, в следующей серии приготовим себе парочку. Сделаем себе ультраболы. В принципе, они нам пригодятся. Ну, в принципе, это логично. Так, давайте, в принципе, давайте еще прокачаем нашего кофинга. Это что за хрень была? Я вроде... Я ударил вообще кого-то через адом. Я вроде даже на кнопку не нажал, и мне просто показалось. Хотя, не знаю, может, мне уже что-то... Забыл, что секунду назад сделал, да. Так, тут у нас Гасли. Босс обычный. Тут у нас кто? Тут у нас Манки, Гастли. В принципе, вот что я еще думаю. Может, вот так нафиг эти все деревья еще срубить, может заровнять тут вот эти все дырки, может огородить вот это все место небольшой такой стеной, и просто-напросто покемоны будут спавниться вот тут, и мы просто будем бегать в таком небольшом на такой небольшой территории, можно сказать, и просто в ней будем искать каких-то покемонов, ну, в смысле искать покемонов. Да, ну, не знаю, но это такая задумка, в смысле не задумка, но в принципе потом можно посмотреть, делать это или нет. Ну вот эти все деревья, что на карте, еще вот тут эти все деревья срубить, может немножко выровнять, чтобы не было вот этих всех дырок и такое, и просто вот огородить так по берегу вот такой небольшой стеной, так высотой пусть будет 2-3 блока, и просто-напросто будем забегать вот сюда, вот в этот район, и просто смотреть каких-то покемонов, может какие-то покемоны новые заспавнились, может босс, ну в смысле не боссы, ну как это объяснить, чтобы не говорить 100 раз, ну просто будем сюда приходить и смотреть вот в этой нашей огороженной территории, которую в принципе можно сделать, нет, может заспавнились тут какие-нибудь, ну будем приходить смотреть, может заспавнились какие-нибудь новые покемоны, да. Давайте вот сейчас мы убьем вот этого фарфетча. Что-то и фарфетча у нас еще нет. Вот что я вспомнил. Они сильные, как я смотрю. В принципе, ведь что-то они и уровни такие. Не скажу, что маленькие. Смотрите, еще если сейчас нашего Чаризарда убьет, ну нет, сейчас нет. Да, их еще у нас нет, фарфетчев. Ну, в принципе, я не знаю. Пока что я их ловить даже и не буду. Давайте опять Чаризарда. Итак. В принципе, дорогие друзья, действительно, давайте на этом уже... Опиджиото, ну, давай, убьем тебя. Давайте, дорогие друзья, закончим, в принципе, вот тут. И в следующем эпизоде я, наверное, вот на этом же месте вот тут и продолжу. А, может, еще вот сейчас поищем потом еще каких-то покемонов, еще немножко прокачаем наших. И потом я уже, конечно, эволюционирую парочку еще наших покемонов, это будет в следующем эпизоде. И, в принципе, посмотрим, что мы потом будем делать. Ну, в принципе, дальше будем искать покемонов. И, дорогие друзья, давайте на этом вот тут закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!